А у меня была коммунальная квартира. Не спешите, пожалуйста. Принести на все квартиры. Выезжают со двора. Я говорю, вы еще предыдущая свадьба не вышла, не спешите. Да, Катя? Красивая жена. Ну, так ничего. Не, ну. Сырожа. А ты это иди сюда. Что? Иди сюда. Да ладно, я не заправил солнце. Нормально? Трусы трещат. Ничего так лучше. Вот дал. Он застеснялся сейчас от людей. Все, все, смотрите. Да куда вы? Давайте какой-то один фотоаппарат. Столько репортеров много, что... Ну, красивая прическа, конечно, красивая. Это стоило Thank you.
брачный союз, союз любви и верности. В прошлом останутся годы юности, впереди ответственная пора семейной жизни. Исполняя высокий общественный долг, как представитель государства, прошу отделить вас, Лариса. Готовы ли вы всю жизнь быть верным другом Андрею? Да. Готовы ли вы, Андрей, всю жизнь быть верным другом и опорой Ларисе? Да. В народе говорят, на свадебный рушник ступить, навеки с верным другом в жизни быть. Прошу свидетелей расстелить свадебный рушник перед молодыми. Теперь прошу молодых встать на ваш свадебный рушник. Примите эти обручальные кольца, простим вам вашей любви и верности. Обручитесь. Акция скрепить ваш брачный союз. Пожалуйста, пойдем. Взаимное проявление воли граждан к совместной семейной жизни. Запомните эту минуту навеки, да будет священна она. Теперь вы не просто жених и невеста, отныне вы муж и жена, основоположники новой семьи, продолжатели рода своего. Дорогие молодожены, примите это свидетельство как первый и памятный документ вашей семьи, признанный сегодня государством. А также этот рушник, на котором вы только что вступили в семейный союз. И пусть его растерят перед вами ваши дети и внуки в самые счастливые для вас дни, дни вашей серебряной и золотой свадьбы. А теперь прошу поздравить друг друга как законные супруги. Ваши друзья, близкие, родственники, но самые дорогие из них люди – это ваши родители. Подойдите же к ним и поклонитесь низко-низко за тепло и вас, за то, что вырастили вас. И сегодня… И после этого красиво поцелуй. Меня же вечерние, ты правильно?
А он наоборот близко. Поздравляем! 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 А, знаете что? А, я сейчас запишу ваш телефон и перезвоню. Да? Пой. А ты меня? Кристина, иди 8-9-5.
денег 105 киловатт. Хороший кадр. Thank you.
Улыбайся. Ну, не бей меня по прическе. Улыбнулся. Что? Александр Юрьевич, мы здесь, а молодежь, пожалуйста, занимайте места. Ну так, кто где как, ну, свидетели рядом с молодежью. Так, мужчины ухаживают за дамами. А где Лилия? А дамы, я вот Лилия, это и Катя. Есть. На работе, да? Она в коридоре. Я не должна вытащить одну зубочистку и сказать какое-то ласковое слово. Но они еще молодые и вообще ласковых слов мало знают. Да, поэтому мы должны им помочь. И а почему они мало знают? Если у них ласковые родители, они знают ласковые слова? Если. Да. А если у них другие матершинники? Поэтому я начинаю. Мы сейчас этого дикобраза пустим по кругу. Мы сейчас проверим. Да. Я первая достаю и говорю, солнышко, то, конечно, надо видеть, солнышко, да. Вытащила, Саша, папа. Кому да. Ты? Да. Ну, я, как нежный папа, скажу, сыну, я. Андрюша, как тебе соли это слышу? Сколько раз это стоит? Мама, ты куда-то пошла? Мама убежала. Лили, подожди, Лилия очередь. Подожди, потом он давайте, ну... И сказать? Я не начала сказать. Нет. Ну, я сначала прослушала. Ну, ласковое слово. Кому? Кому хочешь? Чтобы они знали, как... Нет, не обязательно, просто ласковое слово. Вот какой ты говоришь, Игорь? Серденько моё. Хорошо. А кому давай? Куда положить? Ну, это если я сильно хорошо к нему отношусь, если он меня ничем не расстроит. Да. Да, Игорь. Котенок. О! Видишь? Можно оставлять себе рыбы? Да, блин. Кисонька. Котенок кисонька. Мусичка. Мамина радость. Можешь себе брать за рыбы? Радость ты моя. Повторяйтесь. Баба. Что еще не было? Понимаю, ты... Ну, рыбка моя. Рыбка. Фасоленка. Что? Фасоленка. Оригинально. Апельсинка. По форме или по содержанию? Апельсинка. Давай. Голубь ты мой.
Хорошо. У меня сейчас новое увлечение. Голуби. На голубятни работаю. Давай, дедушка. А дедушка? У меня полсотни голубей уже. Борис Петрович. Дедушка не знает, ладно. Зоренька, я назову тебя Зоренькой, только ты рано вставай. Я назову тебя Солнышко, только везде успевай. А куда я должна была это положить? Зуб себе засовываешь. Так, я говорю, а если зубовник? Пупсик. Зайка моя. Это зайчик, да? Крикозябелька. Да, Лариса, ты где? Лиля. Лиля. Вот Лариса. Лиля. Давай. Леша, чувак. Андрей, алло, слушай, алло. Ты же не будешь знать. Какое слово я послушал? Язычок. Ангел мой неземной. Спасибо. Да не за что. Заходи сейчас. Смотри, животное. А хищная. Да? Неженка. Ласточка. А тигр, а ребеночек. Не рассказывай. Аня, давай. Обязательно. Надо тренироваться. Тормоз ты моя. Счастье ты мое. Так доставай. Да. Можно оставить здесь. Да, уже по последней там и приз. Пупсик был. Кто тут твой? Пупсик был. На тебя пришел. В прошлый раз. Спасибо большое. Грамгамчик. Моя конфетка. Дети ведьмы скрепляют крепче семью. Аня. Эффекта через окно выйти. А почему я? Как там другая гармония? Хорошо, дальше дорога. Давай. Колобок навстречу колобку заяц.
пока, подожди, заяц навстречу. Пока колобок катится, дед и баба в ожидании, в ожидании колобка задумчиво смотрят вдаль. Задумчиво смотрят вдаль. Все в раз. Все, ничего, зайчик. Не вижу. Очки сними. Говорит зайчик колобку. Колобок. Колобок. Ты всегда и придешь. Я сегодня не обеду. Пощемяу. Я собиралась пообедать с колобком. Я же зайц, я не могу. Заяц. А вы задумчиво смотрите? Ну ты глупый заяц, надо было пообедать. У меня другие планы, извини. Заяц сказал: колобок, я тебя съем. А колобок сказал: не ешь меня. Прыгнул и укатился. Сказал то, что он сказал. У меня другие планы. Хорошо. Колобок укатился, а заяц сидит на пеньке и моргает. Моргает заяц. А колобок себе катится, моргаешь. Все время, а эти все себе смотрят задумчиво. Нет, после этого баба... Значит, играет на балалайке, а дед на гармошке.